Тут я вот раздобыла какое-то задание себе. Жетоны? Окей. Жетон. И еще есть. Еще есть. Где-то вот здесь. А где у кого? Чё тут? Кого брать-то? Задание. Непонятно. Видите вопросик? Вроде как. Здесь что-то должно происходить. Чё не понимаю. Ладно. Здесь мы уже были. Что-нибудь скажете? Поговорить хочу. Метки. Угу. Найдите же то. Ой, слушай, как он далеко находится-то. Так, ну и охота. 38 уровень. 6. Похитители детей 44. Шум, ты крут. Ты крут. Давайте. Так, я там и не поняла, как посмотреть этого. С жетоном что-то он как-то сильно далеко. Чокоба в опасности. Это где-то здесь же, да, ведь рядом. Оставшийся мешком не далеко как. Давайте посмотрим, что за чокуба в опасности. Это вроде как о. Рядом. Вот с этим вопросом я не поняла. Вот на этом месте, но здесь никого нет. Здесь никого нет. В здание не попасть, я не знаю. Что, как, чё. 450 тяха. Побежали. Потом мы там сходим за этим жетоном, там, наверное. Надо будет посражаться, скорее всего. Ослабевший Чокоба. Ну давай мы тебе поможем, кто тебя обидел. Почему ты ослабел? Что? Ранен, может быть, или что-то там с ним. Так. Давай в гору. Но. Ух ты. Что здесь? Это я не хочу туда. А он находится за ним, да? Какой-то котлован тут. Как будто, знаете, типа метеорит упал или что-то такое. Ну где ты, наша пташка? Мы любители Чокоба, особенно Промто. Так, там солдаты, по-моему. Слева. Но они достаточно далеко, может быть, нас не спалят. Вот он. Ну что случилось? Что такое? Так, помощь оказать. Как? А, вот. この子のことだね. Нокто, 回復薬は持ってきているか? Зелье есть, да, конечно. Это так, как мы находили раненых охотников. На них зелье используешь и получаешь опыт. О, ёката! Киоцкерендайо! Ну вот, отлично. Спасли. Так, теперь... Да. Конечно, будет рад. Давай еще посмотрим, что-нибудь поближе тут есть. Так, охота. Ой, этот... Мишка мне это далеко. Пропавший фургон. Ой, как все далеко-то. Береги ловушек. Тут, в принципе, по дороге и туда.
Ладно, мы знаете, как сейчас сделаем? Просто вернемся к машине и там потом продолжим. Ребята, вы сейчас доехали до здания, берегитесь ловушек отыскать охотника, потому что там до фермы Чукова слишком далеко. Так что тут, ну, похоже, кого-то отыскали. レスタルムの店と交渉してんのはあんたか? ええ、そうですが。 契約破棄かどうか聞いてくれって頼まれた。ああ。いや、品物はなんとかなるんですけどね。それを運ぶ道に昔使われてた野獣用の罠が残ってて危ないんですよ。ちょうど撤去作業中なんですが。そうだ。取り外しを手伝ってもらえませんか? Уберите ловушки. Что это далеко? 200 метров. Вон, побежали. Хорошо. Постараемся. Надо будет основательно закупиться зельями где-нибудь. Но это уже перед основным заданием, я думаю, я сделаю. Бронто, иго зе. Имайк. Ну, мы как бы двигаемся дальше, нам качаться-то тоже надо. Чтобы нас по сюжету это тоже не валили, понимаете? Хотя, по идее, такие игры разрабатывают с учетом того, что вы можете пройти, не качаясь. Ну, вам будет трудно, прям невероятно сложно, но можно пройти. А если вы прокачаетесь, то можно идти как бы плавненько так. Не напрягаясь. Ой, я одну нашла. Давай. Чё это такое, капкан? Кайжо декитазо. Одна. Главное не наступить ногой-то никуда. Так, галочка стоит. Здесь область небольшая осмотра. Сейчас быстро найдем. Как я тогда с этими жабами? О, боже мой. Она мне где-то под ногами сидит. Так, подожди, что ты тут? Ага, нашла. Орех. Тихо. Собрать, собрать. И еще один. Так, 5 штук. Кто глазастый, тот увидит. Это что? Камень. Я сначала по краешку бегу, там потом центр. Исследуем. Может, тут в кустах чего поставили? Сейчас наступит, скажет, что нашел. Готово, да? Так, пока нет. Ничего такого не вижу. А, вот. Прям возле дороги, ты смотри-ка. Давай из 3. Угу. Вы вот бегаете, тоже посмотрели. Было бы прикольно, знаете, они такие бегают. И потом помахали бы. Ног, здесь еще одна. А чё? Почему бы нет? Так, тут тоже может быть через дорогу-то. Нет? Ничего не заметно. Ну, мило, да, ничего не скажешь, мило. Так, это мы уже вышли за пределы поисковой зоны. Так, смотри тщательно в кустах. Ну, прямо так вот на поляне, наверное, никто не станет ставить. Обычно же прячут. Так, с этой стороны. Нет. Эх, нет у меня ведьмачьего чутья. Вот бы быстро нашел. Все ловушки. Геральт. Так, тут между камнями ничего не поставили. Слушай, ну вроде как территория-то такая небольшая, да? Найти-то что-то непросто.
Может, прям тут где-нибудь. По идее, их видно, когда подходишь. О! Светится, я же говорю. В кустах паразиты. Сейчас все кусты обшарим. Две штуки. Осталось две штучки. Так. Тут в кустиках нет нифига. Здесь я бегала. Джакету нуидара туда. Бегают такие, вместе с ним толкаются. Вы давайте сами тоже ищите. Вот тут вот, наверное, что-нибудь есть по-любому. Смотрите, сколько кустиков. Так. Тут они... Что-то... А, пригнуться. Я думаю, что он такой засветилось. Уж не ловушка ли? Нет. Ну, я знаю, ты где-то здесь. Нифига не видно. С этими кустами. Вот-вот-вот-вот-вот. Я же говорю. Чутьё. Эш, Курдина. Ну вот еще последнюю у меня найдите, и будет все замечательно. О. Так, ну это все было по периметру. Может быть, сейчас где-то тут вот, ближе к центру. Между деревьями нет. О! Я вижу, кто там приполз. Слушайте, ну тут. Парень, это позже чуть 20 уровень, да, поехали. Давай, гладил, врежь ей. Чё она тут приперлась? Молодец. У, сзади. Ой, такие вообще троём её кошмарят. Ужас. Всё. Нифиг тут. Ибо нифиг. Нашли бы нам еще один капканчик и все. Вот, в общем, прямо вот. Это что? Прямо в центре. А, надо же, его и незаметно, слушайте. Офигеть. 外せたね. これで全部だね. もう安全かな? Поговорите с охотником. Окей, слушай, а это... Охотник у нас... Возле машины же, да? Давайте вернуться к машине, так будет быстрее, чем бежать обратно. Ну, вот видите, вообще. Даже не пришлось... бегом бегать. Ну, что скажете? ありがとうございます。これでビーヌンさんと契約できます。もしレスタルムに行くことがあれば、お店にもよろしく伝えてください。 Угу. Выполнили. Поговорите с внуком. Это да, ладно, подожди, я тут... прикуплю, может, чего-нибудь? Зелье я хочу у тебя еще купить немножечко. 17 штук. Слегка. Ультразелье. Так, это эликсир. ОМ. ОЗ. Что такое все дорогое? 10 пухов у нас. Ну давай вот прям парочку еще. И еще зелий. Все, остальные денежки оставим пока что. Пока. И здесь где-то поблизости было задание. Задание. Вот, между камней. Чокоба в опасности, это сдать надо. Так, и пропавший фургон тоже далеко. А в погоне за овощем? В погоне за овощем как-то назад. Ну, короче говоря, вот этого...
пойдем жетон искать сейчас. Погнали, парни, на машине. Ребята, мы доехали. У нас, правда, начинает темнеть. Там впереди блокпост. Можем нарваться, кстати говоря, на нехилое такое сражение. Посмотрим. В ночи-то как-то, я не знаю. Да там, 12 уровня, пофигу. Поехали. Давай, вали, 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 вали его. Блин, а что ж такое? Гладил, гладил. Жду твой мощный удар. Ну бесилово, ну бесилово. Давай пока лежит. Так. Так. Все, да? Вперед? Нет, еще. Живо на не. Там еще один. Да ладно! Двое! Парни! Чё-то в кустах застряли, меня тут валил. Пропто! Монку и трухиманезу! Найс гладио! Найс гладио! Их тут к вечеру-то смотри-ка много, да? Пропто! Азеснайо! Та-та! Самое главное, чтобы здесь эти не высадились. Перцы. Так, ну чё, где он бежит сзади? Еще бежит. Вижу, вижу по карте. Где? Сзади где-то. Давай. Твой мощный удар есть. Какие мы молодцы. Это чё? Подобрать? Орех. Подожди. Вот. Не очень удобно, что он прыгает. Понимаете, именно в этот момент. И подбирать надо, и X тоже прыжок. И как бы это. А чё это самое? Вот. А где? Значок-то, жетон-то. Алло. Чё, почему так-то? Почему он не находит его? Вот же, 1 метр. Что? Парни, я не знаю. Может, вокруг надо поискать? Как бы в этом... Там что-то светится? На территории, на этой, на всей. Камень. Ну ладно, ладно. Я не ленивая, я побегаю. Ой, подождите, кто-то вылезает. А-а-а, чёрт. Слушайте, ну опять эта шмяга началась. Подожди, нет, мы вышли из боя. Ну что, он от нас отстанет, а? Отстань, уходи. Паразит, он сейчас там будет ходить, да? Да ё-моё. Реально, опять? Я просто боюсь, что мы там застрянем, ну ладно. Сколько там? 3 цели, да? Хорошо. А нельзя мне просто взять жетон и уйти? Вот я не могу это сделать. 30 уровень, боже моя. Господи. Уходи! Ой, двое тут 30-го, да, уровня? Лично! Да-да-да-да-да-да-да-да! Кошмар! Притягивает! Так, слушайте, парни. Я вам, знаете, что сейчас предлагаю? Выйти, вернуться сюда днем. Хватит, уходите. Так нас подкоцают. О, я что-то нашла. Огромное перо. Там просто 2 30 уровня, ну чё, и 25-го это смерть. Мы сейчас ночью не хотим с ними связываться, да ведь? Мы
вернемся к тачке. О, тут сокровища есть. Пошли эти сокровища собирать. Так, оно там ведь у нас, да? Тут вот где-то. Судя по карте. Не знаю, конечно. Или я не туда бегу. Где-то, где-то. Не знаю, здесь стена. А, вот. Вот, вижу. Я надеюсь, они не идут за нами эти. Сейчас вылезут. Там жетон надо поискать. Ну, блин, видите? Ночь, полночь. О, ну да, началось. Не дадут взять, да? Лена! Какие вы приставучие, это просто кошмар. Идет ведь прям за мной, смотри, идет. Ладно, тогда, ребята, возвращаемся к машине и всю эту продолжим днем. Я тут тем временем доехала по другому заданию, которое было поблизости. Ну, потому что там ночь, там нереально все лезут. В общем, пришлось в ручном режиме ехать. Ноготь сел за руль. Ехать сюда. И нужно получить инструкции до этого парня. Оджи-сан кара китемасе. Хантар-сан десу не. Шукаку кара онегай сурукото ни наримасе. А? Шукаку? Ножо тте иттемо хобо мачи но сото то онажи нано де хантар жа най то кикен нан десу не. Дева, ёрошику онегай шимасу. Бити. Так, три глава. Короче, вы поняли. Клыков. А, это здесь где-то рядом, ну пошли, пошли убьем. Если к ним, конечно, еще кто-то не присоединится, типа демонов ночи. Давай. 90 метров-то это рядом. Нам пока как бы ночку надо скоротать. Всего 12 часов, видите. Мало. Мало времени переночевать как бы негде тут. Так, мне надо туда к ним перелезть. Сейчас. Вот они тут вот. Поехали! Веселье! Так, вы давайте их отбивайте от меня. Ох, как хорошо ты их раскидал. Нифига себе. Так. Какая шота. Игнис, давай. Чё, помню, нет? А, вон еще бегает. Ты последний. Соберите стрелочку. Все, вот она. Фасолинка, да? Нет, горошек. Так. А, вот она. Вижу. Все. Поговорите с фермером. Ну, это нам обратно бежать. Должно хватить. Эти у нас такие ночные приключения. Час скоротали. До утра так как бы еще долго. Нам придется вернуться туда, чтобы отыскать жетон. Ну, ночью... Ну, мы можем попробовать там, ну, два этих здоровенных 30 уровня, считайте. Еще смерть с косой 25-го. Как-то напряжно. Это все в городе у нас. Что нам делать до утра, парни? Здесь переночевать-то нигде негде. Нигде негде, сказанула. Ну, негде, короче говоря, переночевать. Вот, а по сути-то нам вот туда-обратно. Мы можем вот здесь... В общем-то, заночевать. Перемещение, да. Выбрать. Вернуться. Да. Вернемся тогда, переночуем. И потом то задание выполним. И уже тогда, наверное, поедем на ферму Чокоба.